Всем привет, с вами Гимлот, и мы продолжим играть в игрушку Half-Life 2. И мы сейчас находимся внутри цитадели. У нас отобрали все оружие, но у нас гравипушка стала какой-то просто очень-очень злой. Она уничтожает все на свете, она теперь может брать людей. Также она уничтожает все оружие, то есть мы ничего подобрать не можем. Наш костюм стал заряжаться на 200. Почему-то. А вот эта штука теперь нам восстанавливает и здоровье, и костюм. И сейчас мы убежали от гигантского монстра. И нам опять предлагают прокатиться. А здесь теперь без подвоха. Погодите. Вдруг тут есть подвох. А тут его нет. Хорошо. Прокатимся. Садимся. Мне интересно, при условии, что сюда никого не пускают, кроме вот этих вот чубзалетиков, как сюда должен кто-то сесть? О! Это такой робот. Взяли тело от человека и... Да. Ну, сейчас все... Давайте покажем пальчиком, кого сейчас расстреляют. Меня сфотографировали и... Оу, да ладно. Меня отправят на Луну? Интересно, а вот эти вот провода, это что это такое? Бум-бум-бум-бум. Это роботы ходят, роботы. А, это вообще что это за гигантские лягушки? Хорошо, это штурмовики. Замечательно. Может быть, меня сразу отвезут к... Я не могу включить фонарик. Извините. Придется любоваться вот на это. Я могу только слегка поворачивать камеру. Нет. Слушайте, хороший вид. Вы посмотрите. Несмотря на то, что все разрушено, почему-то выглядит очень цивильно сверху. И опять темно. А, темная энергия. Новая глава. Поздравляю. Не. Эй! Вай-вай! Гравипуська? Нёу! Сопротивляйся, бесполезный. Ты ничего не сделаешь, пока не окажешься, где он хочет. Простите, Гордон. О, а я в этой штучке еду. А как она едет, если там нет рельсины? Хорошо, это интересно. Может быть, уже будет конец. О, привет. Привет. Это же Гордон Фримен. Ага. Что это? Это клевая вещь. Весьма признателен вам, доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Вообще. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Контроль над вами обоими гарантирует мне возможность диктовать любые условия сделки.
Как-то его прервали. Волес. Да, Джулит, что такое? Мы делаем это для того, чтобы Илай жил и мог продолжить исследование. Благодаря тебе мы располагаем всем, что необходимо. Ты более чем способна завершить исследование сама. Не в наших силах, лишь одно. Убедить этот уличный сброд прекратить бессмысленную борьбу. Дё. Илай отказывается так вот сказать слова, которые спасли бы их. Спасти? Ради чего? Илай, если ты не желаешь встать на путь разума ради всех. Кажется, людей, сейчас его убьют, нет? То, может быть, ради одного из них. О! Ну вообще, все в сборе. Гордон? Привет! Черт тебя побери, Брин, отпусти ее! Мне интересно, а что произойдет дальше? Может, придет собачка, а еще не схватили этого. Не смей даже упоминать о ней. Это отец ее. Отец Алекс. Подожди-ка. Нет, он не отец. Я ошибся. Но оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно. Согласен, это бессмысленно. Ура, карусельки. Сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь, готовность быть послушной пешкой в руках хозяев. Ну как, доктор Фримен? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не предупреждал с вами. Я понимаю, вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я отошлю их, и мы сможем поговорить открыто. А то. Не вырывайся. Прощайте. Прости. Алекс, милая. Ась? Что же ты делаешь? Я пропустил момент. Мы останавливаем тебя. Да. Охрана, сюда. Мы просим командиром отделения. Они знают, что ты их предала. Они отомстят. Шутит доктор Носман. Пожалуйста. Нет! Нет! Он схватил пузочку! Вау! Йоу! А, пучка! Пучка! А чем мне сражаться-то? Эй! О, зато у меня крутое кресло. Оп! Оу! Оу, ес! О, такие все да счастливы. Что? Только, знаете, оружия-то у нас нет. Молодец. Ну, пойдем. Пойдем без оружия. Ты не обязан был это делать. Я-то должна была спасти отца, а ты... Ну что ж. А мне сказал Барни, между прочим. А можно мне такую же розеточку? Такую же штучку? О. О, как с какой штучкой он разговаривает. А что это так? Привет. Он бросил пушку. Ей. Только не это. И что? Давайте все здесь сломаем. Крали пушка. Да он, кажется, и понятия не имеет. Интересно, куда это он? А что ты хочешь, чтобы я сделал этой гравипушкой? И где телевизор? Это реактор темного синтеза. Он питает устройство квантовой телепортации. И? Другой возможности не будет. Мы должны остановить доктора Брина. Ну, и как мы его остановим, хорошо. Наверное, меня сейчас выпустят и... Я не могу его выключить. Похоже, он передал управление на ту сторону. Тебе придется проникнуть внутрь и сделать все, что можно. Ага. Рисковать всем... Я тебя впущу. Какой? Вот этот? Хорошо. Заряжен.
Заряжен и готов к бою. Ага, меня опять все бросают. Говорят, давай, Гордон. А, как хорошо, что он обронил гравипушку. Опа. Итак. Какая-то штука вращается. Где? Доктор Фримен. Мне интересно, а что мне надо сделать? Привет. Ну, как бы комбайны взялись. Ну, хорошо. Что теперь? На-на-на в него тель... Нет? Ладно, мы должны что-то ждать. Ой, смотрите-ка. Шикарно. Значит, мы идем правильно. Конец близок, ура! Ой! Страйк! Хорошо. Идем дальше. Признаться, не знаю, на что вы еще можете рассчитывать помимо своих. Ну. Нет, нет, нет. Ты должна улететь куда-нибудь. Ага, вы не можете сюда стрелять. Ля-ля-ля-ля-ля. А! Нельзя, нельзя. Ну, я бы сказал. Они взялись вон оттуда. Так, а еще нельзя наступать в это поле. Чек. Шо? Давайте будем аккуратным. А, помимо моей гибели. Ну, наверное, мы сейчас такие, опа, и спасем весь мир. От непонятно чего. О, да. Ай, мне, в общем, надо на эту штучку прыгнуть. Как я это понимаю. А у этого что-то телепортация затягивается. Уи. Угу, хорошо. Здрасте. А, боже. А что ты хочешь, чтобы я сделал, пока он не сбежал? Шо? О. А. Твою ж. Я не успею. А, я сделал глупость, я упал. Если. А там не будет, чувствуется, там не будет никакого хила.
Так, это до конца не опустит. Ой. Шо. Я переезжаю сюда. Дальше что? Повыше. Да. Угу. Давайте сохранимся. Куда идти? Куда идти? Куда идти? Плита уехала. Нет. А здесь что у нас? Да, 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 я все еще здесь. Ваше безграничное мужество достойно лучших целей. 45 секунд. Господи, портал открывается. И что ты хочешь, чтобы я с ним сделал? И что ты хочешь, чтобы я сделал? Я в душе не понимаю, что мне надо. Что я должен сделать? Да? Я бы назвал это бессмысленным, доктор Фримен. Иди, Гордон. Иду, хорошо, я иду, я иду, я все крушить, хорошо. Что мне надо сделать? Да, надо было просто стрелять. О, в эту штуку. Знаешь что? Ты что такое? Неужели опять пришло то самое? Дяденька с чемоданчиком. Привет. Вы сделали очень многое за короткое время. Вообще. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычная.
обманывать вас иллюзией выбора. Я сам возьму на себя эту привилегию, если, когда ваше время придет, мать. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приман. Приман? Вам все станет понятно. О, я уже Приман? Я не вправе сейчас говорить это. Между тем, и здесь я исчезаю. А, ты вообще кто? Мужичок с чемоданчиком. Вау, 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 чудесно. И ура, ура, я поздравляю всех, кто смотрел это прохождение. Мы наконец-то прошли эту игру. Вы все видели этот эпичный конец. Вы все помните все эти дурацкие невзгоды и всякую хрень, которая происходила с нами. Ну что ж, я поздравляю с тем, что все-таки мы закончили эту игру. Большое-большое спасибо всем тем, кто смотрел это видео, это прохождение от начала и до конца. Те, кто, может, присоединился где-то в середине тоже. В общем, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Скоро будет прохождение эпизода номер 2. И я надеюсь, что он вам понравится. Спасибо за просмотр и, возможно, до новых серий.